Всем привет! Зачем бороться со своими желаниями? Им надо потакать. Выходной день, обычный торговый центр. Вы гуляете, купили себе, может быть, удочку, может быть, одежду. Как вдруг на ваши глаза попал вот такой магазин. Магазин «Арбалеты и луки». Тут же нахлынули детские воспоминания, как вы раньше делали лук, стрелы делали, стреляли там и так далее. Но сейчас, видя все это изобилие, которая смотрит на вас с вершин современных технологий, естественно, вы думаете, а как это работает? Лочный лук. Как выбрать магазин? Как правильно купить? Как правильно настроить? И где стрелять из блочного лука? Все это мы вам расскажем в следующих передачах. Ожидайте!